Всем привет, меня зовут Настя, я из города Екатеринбург, мне 26 лет. Узнала о фитнес-безумии я из Инстаграм, увидела фотографии, мне понравились результаты людей, и, соответственно, вопросов о том, чтобы участвовать, нет, у меня не возникло. А также мотиватором было, безусловно, то, что приз такой нехиленький появился на горизонте, поэтому, конечно же, грех не попробовать, свои силы. Что мне понравилось? Мне понравилось отношение организаторов проекта к участникам, ибо у меня уже был ранее опыт общения с похожими, слово выпадает, проектами. И там, к сожалению, обращение к своим подопечным было как к мясу. Здесь же абсолютно адекватные ответы на мои вопросы, адекватное общение, адекватные задания, подсказки по питанию. Это не могло не радовать меня и поставило огромный плюс в выборе проекта. Я запрыгнула в последний вагон, и когда фитнес-безумцы уже прыгали, бегали, отжимались, приседали 2 дня, я только начала. Так что 2 дня я кушала сладости, пока все отжимались. Что мне не понравилось? Не понравилось только то, что сладости есть, опять же, было нельзя. А так как у меня было день рождения, 18 марта, мне очень хотелось есть хотя бы кусочек торта, но я себя сдержала и себе такого не позволила. Что? Мои результаты это минус 10 сантиметров, талии 10, кару. Я бы показала, я сама держу телефон, мне очень неудобно это делать. Что хочу сказать тем, кто до сих пор не решается на участие. Господи, это так глупо, почему вы не можете решиться? Вы не теряете абсолютно ничего, вы приобретаете себе красивое тело, а также вы имеете возможность нехило сорвать куш. Ребят, если это не сделаете вы, это делаю в следующем сезоне я. А также заработаю себе попу как орех.